Недавно у нас выходили сюжеты про кудо и греко-римскую борьбу. Все это мы снимали в разные дни, но в одном здании. Согласитесь, вы бы не догадались, если бы мы не сказали, что все действия проходили еще и в одном зале. Все это происходило в клубе спортивных единоборств «Альянс». Никаких перегородок, занавесок и вообще предметов, которые отделяют тренировочные зоны. Зайдя в помещение клуба, можно заметить, что все зоны тренировок заполнены спортсменами и на каждой разные виды спорта. Всего в клубе преподаются 8 единоборств, такие как самбо, рукопашный бой, греко-римская борьба, секция дзюдо, кудо, такой вид единоборств достаточно новый для нашего города. Также кикбоксинг, бокс для детей, есть тоже бокс, и женская самооборона для девушек. Да, зал большой, но и он не сможет вместить то количество детей, которые занимаются единоборствами, поэтому... У нас в разные дни проходят разные секции, все эти 8 видов единоборств, которые у нас на данный момент есть, они проходят по разным дням, по разным часам. Три зоны с мягким покрытием, зона функционального тренинга, профессиональный ринг и 1000 квадратных метров для занятий единоборствами. Круто, не правда ли? Например, на профессиональном ринге ребята сразу могут подготовиться к соревнованиям и привыкнуть к размерам ринга, чтобы потом выйти на бой и разрывать соперника. Но это все вы можете понять с первого взгляда. А какие еще плюсы есть у зала? Плюсы этого зала, естественно, большая площадь этого зала. Вот. Занятия проходят у всех в одно время практически. И, соответственно, все занимаются вот в таком коллективе, естественно. Все единоборства собраны практически, да? И все эти занятия идут на одной площадке. Конечно же, единоборство подходит как для мужчин, так и для женщин. Как уже было сказано ранее, в клубе есть специальная секция для женщин по самообороне. Для женщин у нас предусмотрена женская самооборона. Причем у нас занимаются не только взрослые женщины, у нас и девочки есть маленькие, приходят заниматься. Вот. Проводят у нас занятия как раз для женщин. Мы прямо уже видим, как многие родители заинтересовались клубом и захотели отдать свое чадо в один из 8 видов спорта, представленных в Альянсе. И это будет правильным решением, ведь единоборства, как и все виды спорта, хорошо развивают ребенка. Они становятся более координированными, они становятся крепче намного, потому что у многих детей, у них нет прям сразу специальной какой-то подготовки, у них идет общая физическая подготовка изначально. Если это говорим о детях 4-летних, там, младшего возраста. Ну а если все же у вас возникли сомнения, то... Я порекомендовал бы прийти на одно пробное занятие, оно абсолютно бесплатное. Вы можете прийти, позаниматься, попробовать себя. И если понравится, соответственно, уже остаться в этой же секции. По крайней мере, можно будет выбрать еще. Здорово, что клуб спортивных единоборств «Альянс» появился в Клину. Ведь они готовят к выпуску профессиональных спортсменов, которые на каждых соревнованиях показывают свой класс во всех представленных единоборствах. Вы также не отставайте, приходите в клуб, занимайтесь и совершенствуйтесь. Приходите в «Альянс»!